Поблагодарить за уникальное изобретение и пожелать дальнейшей плодотворной работы. В честь 75-летней годовщины в стенах компании «Кронтем» прошли чествование генерального директора предприятия Владимира Сизикова. Не меньше 30 минут виновнику торжества зачитывали поздравительные письма от губернатора Московской области и главы «Химок», от представителей различных ведомств из разных уголков страны. Столько энергии, такая база знаний, столько мыслей и мыслей на перспективу. Добра ему, счастья, удачи. Я уверен, это гордость нашего городского округа и удачи всего коллектива. Владимир Сизиков руководит компанией, которая занимается разработкой устройств по дезинфекции и стерилизации. Одна из знаковых разработок – облучатель-рециркулятор воздуха «Дизар», который стал популярным во многих государственных учреждениях страны и даже вытеснил с рынка зарубежные аналоги. Всего же в багаже у химчанина более 60 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Основная задача, чтобы и секрет, скажем так, нашего успеха, это то, что вся наша продукция, она сделана с учетом потребностей людей, и чтобы людям было легко и комфортно работать. Всего под руководством Владимира Сизикова 160 человек, работающих в различных филиалах. Совсем недавно компания приобрела и восстановила историческую фабрику во Владимирской области. Картина с ее изображением стала творческим подарком директору. «Кронтем» отличает не только эффективное производство. По инициативе Владимира Сизикова компания занимается благотворительностью. Организация оказывает помощь Химкинскому социально-реабилитационному центру, Центральной Химкинской больнице, физкультурно-спортивному клубу инвалидов «Благо» и многим другим. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.